Так. Я что-то такое припоминаю. Фишка тут в том, что чтобы туда попасть, нужен, по-моему, какой-то ключ. Сюда идешь? Стоп! Что тебе надо? Я ушел. Didn't like you anyway. Опасный чел. Живешь своей жизнью, работаешь электромонтером, выполняешь свои обязанности. И тут какой-то приходит левая, начинает копаться в твоих вещах, и ты такая: стоп, criminal scum. А она тебе раз и шею сворачивает. Все. И жизнь твоя закончилась. Вот такая вот история. Ты всего лишь выполнял свои должностные обязанности. Он не электрик, он, видимо, по отоплению, судя по его переписке. Особо красть-то нечего, просто зашел бы туда, чувак. Тот неправильно отреагировал. Все? Нет прав доступа на лифт. Видишь как? Ключ нужен. И без него никак либо ты техник, либо с ключом. Как? Придется и второго тоже завалить. Того по-любому ключ есть. В
другой стороны, их, конечно же, не надо было убивать. Потому что я так в своих порывах их можно было бы просто придушить. О, да, вот он, мой любимый киберпанк. Да, это он. Это новый патч, который все починил в очередной раз. Вот, кстати, еще один пример киберпанка. Да? Круто. For the love of... couldn't I have been stuck in some model skull? Or, I don't know, a fucking landscape architect? What is it now, Johnny? Being dragged through roach-infested flop houses again. That's what. Job's a job. Now, what was that code? Даже код подсказывает. С другой стороны, нахрена мне код? Очки опыта получить. А я не знаю, за что я получу больше опыта. За то, что я взломаю эту дверь, или за то, что код введу? Мне кажется, за то, что я взломаю. What a fucking shit story. Wasn't slumming it in squats like your whole thing? Sure, when I was skezzed out beyond all recognition. Судя по мухам, надо проветриться. Кстати. Сюда же можно было бы попасть вот отсюда. Я совсем об этом забыл. Мужики зря умерли не своей смертью. Это для тех, кто играет за гуманиста, за пацифиста. О, моя любимая. С тофу, тунцом и ананасом. Вот так, так, так. Oh, wow, wow. Secret doors. How cliche. Why do peeps have to be so goddamn predictable? Деньги можно взять? Видимо, нет. Бесит. Казалось бы, давно должен был привыкнуть, но каждый раз бесит. Ты такой рекламируешь. Автомобиль. So if you're the kind of person who wants a car to be more than a slab of metal on wheels going 150, something that belongs in an art gallery, then the Mizutani Scion isn't for you. But if you want a truly dynamic machine that'll put your cred balance in the red before you've even left the dealers, then you and the Scion will get along just fine. That's all for today, folks. See you next time or on the road. And remember, stay loaded. Thank you.
Ладно. Достаточно рекламы. О, это же какое-то кимоно. Это же какое-то кимоно. Кимоно. Серьезно? Это не то кимоно? Верхний кимоно. Юката называется. Написано огнеупорно, но в свойствах ничего про это не сказано. Мне кажется, огнеупорное тут тупо образ названия. Так, а что тут у нас по тайной двери? Это же кнопка. Да, это кнопка. Это холодильник. Must be connected to those doors. Or a shitter flushing somewhere, who knows? Тони, ты просто летишь остроумно. Looks like Leo went to the Tiger Claws behind Waco's back. Tisk, tisk, tisk. Claws aren't the deal on her in type. Let's see if she got lucky. Mucho, mucho, mucho dinero, siempre ganando. Mucho, 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 mucho dinero. Mucho ceros en el banco, todo mi camero. Vamos contando. Mucho, mucho, mucho.
품질과 모든 음식으로부터 1일 비타민 권장 섭취량의 330%를 제공합니다. Я добрался и... По-моему, я в эту дверь не попаду. И что? Reminds me of this one dive in Arroyo we used to sometimes do sets in Friday nights. Because it was one tough fucking joint. One wrong word, one sideways glance, and you'd get steel between the ribs. Ясно. Значит, будем крутить.
Ну и где мои эффекты? Studies have concluded that half of all manual laborers in Night City are... So many people died for this tiny little shit speck. It's not the size that counts. Both you and I know no one actually believes that. Thank you.
Unfortunately, approximately a dozen employees were killed in the assault. Не хватило. Не хватило. Ходить на туалет. Редко такой не видишь. И что ж такое-то? Тут у нас
документация на крашер. Очень даже круто получилось. Сам не ожидал от себя такого. Это бабище так вообще очень тут плотненько меня. Что ж тебя спрятать-то красивую такую? А они обещали это починить. Нет, не починили. Все так же трупы разбиваются. Ну что это такое взял? Я не хотел это брать. Какой-то дробовик. Да, я помню, это какой-то тупой. Никому не нужен дробовик. Это было.
лезут в карнаж. Эвелин. You were able to find the lockbreaker. Splendid work. Keep it up. Closing the contract.